Всем доброго времени суток, с вами канал Art Mania, и сегодня у нас видео обзор на вот такие вот чипсы Grizzon Potato Chips. Купила их в светофоре. Вот так они должны выглядеть, похоже на чипсы Lay's. Сейчас мы это узнаем. Так, здесь у нас 300 грамм, вот видно. И давайте посмотрим состав. Тут хотя бы написали правду, возможно, присутствие следов рыбы, ракообразных, сои, то есть, допустим, горчица. То есть, допустим, если у человека аллергия на рыбу, хотя бы он здесь прочитает и не будет покупать. Чем, допустим, ему где-нибудь в гостях станет плохо неожиданно. Так, и давайте откроем и посмотрим, что же у нас там внутри. Так, тарелочку нашу сразу же. Да, слушайте, а похоже. Только картофель не очищенный, похоже. Его забыли почистить или было просто лень почистить. И они, кстати, некоторые даже с пузыриками картофельные, чипсинки вернее. Это довольно так интересно. Поджаристые есть. Давайте попробуем их. Знаете, довольно вкусно, мне понравилось. И, кстати, в светофоре берут очень хорошо. Часто замечаю, что прям по несколько пачек берут. Людям нравится. Довольно вкусно, они действительно похожи на чипсы Lay's. И стоят подешевле. И они прям, ну, действительно по вкусу похожи, с солью. Ну, единственное, немножечко они жестковатенькие. Но я думаю, с пивом или под киношечку какую-нибудь, они будут хорошо пойдут. Давайте еще одну попробую. Хрустящие очень, прям такие хрустящие. Некоторые, кстати, и потоньше немножко, некоторые, видимо, немножечко потолще, и поэтому жуются не очень удобно. Но действительно вкусно, их можно брать, их можно покупать, кушать. Тем более состав, в принципе, самый обыкновенный. Всего одна Е-добавка, но я знаю, что есть Е-добавки, которые полезные. А, кстати, давайте так, кто знает, какая Е-добавка полезная, напишите в комментариях, как вы считаете. Обязательно напишите, я потом это проверю и каждому из вас отвечу, действительно это так или нет. Вкусные можно брать, можно в компанию даже взять. Знаете, что еще самое интересное? Здесь написано 300 грамм, но в руках по весу ощущение, как будто там грамм 500. И мешок такой большой, и, кстати, чипсов там очень много. И будет дешевле, чем Lay's, и побольше. То есть и подешевле, и побольше. Цену я сейчас уже не вспомню, но они дешевле будут, чем Lay's. Дороже они не будут точно уже. Вот, и вкусные. То есть, конечно, немножко не почищена картошка, видимо, чистить не стали как следует. Вот. То есть, вот смотрите, я насыпала много довольно. И вон там еще полно. В принципе, если я еще раз туда пойду, в светофор, я обязательно куплю себе еще пару пачек. Я, конечно, не любительница чипсов, но иногда погрызть очень хочется. Что-нибудь такое пожевать, что-нибудь солененькое такое. Советую. Очень вкусно. Мне очень они понравились.
Не думала, что мне понравится, но понравились. Ну, как бы вот они, единственное, еще на вид не очень красивые. То есть вот где-то вот здесь вот забыли что-то вот срезать, там какую-то козявку, да? Здесь вот там вот черненькое, тут черненькое вот. Ну, видимо, это вот грязный просто. Не грязный, а недочищенный картофель. Ну, вот он виден. И пузырь, кстати, виден. Что-то не сфокусировалось. Ну, все равно видно. Ну, кстати, и с солью тоже довольно хорошо. И какой-то там ароматизатор под вкус курицы там или кого-то еще, а просто солью. На сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Спасибо большое за ваши комментарии. Я ценю ваш каждый комментарий, читаю его. Мне очень приятно, что вы пишете, подписывайтесь на меня. Также смотрите мои другие ролики, обязательно смотрите наши влоги, как мы живем с сыночком, как он у меня развивается. Также обзоры на технику, обзоры на другие продукты. Там очень много интересного. Моя кулинария. И всем пока-пока. С вами был канал Артмания.